Всем огромный привет. Потихонечку катимся. Родники 1 Белореченского района. Небольшой обзор, чтобы люди имели представление, что такое родники 1. Так вот тут же подсело. То есть получается здесь закрытая территория, да? Да. Дорогу здесь они сами оттуда обустраивают, все это машины привозят, они все сами люди выходят, забрасывают. То есть администрация, по сути, никакого отношения сюда не имеет. Случайно, если здесь завтра будет провал, образно говоря, делаем сами. Да. И здесь даже трансформатор, говорят, стоит. Это, ну, как мне говорили, трансформатор, если что-то с ним случается, скидывает с всего поселка, это меняет. То есть уже как администрация не заменит. Как типа дома на ТСЖ, которые многоквартирных, типа сами что-то можете, какие-то сборы, взносы, наверное, делают, как вот в СНТ, возможно, в поселках. Ну, так-то тоже симпатичненько. Ну да, наверное, да. Вот родники 1. Здесь, наверное, и цены будут высоковаты. Улица Московская, друзья. Так. А получается, вот этот поселок, он раньше строился, да? Нет, чем? У нас, ты что, родники один из самых старых поселок. Еще дома-то стоят на это послевоенной постройки, саманной. Это он недавно тоже. Иркутск. Поедем прямо? Да. Все там. Да. Друзья, родники 1. Такой продается дом. Кому интересно, остановите видео и посмотрите номер телефона. Домик неплохой вроде. Возможно, кто-то ищет именно в родниках 1. Но мы двигаемся дальше. Нас уже за бортом плюс 13. Вообще потеплело, и Белореченск так нас теплой погодой, да, будет сегодня провожать на источник, поправлять здоровье. И вот приятное с полезным совмещаем. А вон та вот получается дорога у нас, она асфальтирована? Да, да, да. Вот. Это на, ну, сами это на Белореченск, да, уже. Белореченский и на Хабинском. Ну, они сами разгородили, там незаконно перекрестили. Спасибо всем за просмотр. Доброго дня.